В Талдыкургане выпускников детских домов впервые появилась возможность обзавестись собственным жильем. В городе запустили программу «Жеты су жастары». Сегодня представители городского акимата и отбасы банка подписали меморандум о сотрудничестве. Какие условия необходимо выполнить претендентам, расскажут наши корреспонденты. Теперь выпускники детских домов со своими семьями смогут переехать из тесных комнат дома юношества и общежитий в собственное жилье. Такую возможность им дает программа «Жеты су жастары». С ее помощью можно взять кредит по ставке 5%. Основные критерии обозначу – это жители города Талдыкурган, которые числятся как сироты, возраст до 35 лет. Минимальный срок прописки 1 год, отсутствие недвижимости, числящее на них и на членах их семьи не менее 5 лет. Максимальная сумма займа составит 10 миллионов тенге. При приобретении дома или квартиры на первичном рынке первоначальный взнос не понадобится. На вторичном он составит 10%. Займ выдается на 19 лет. Список претендентов на участие будет формировать акимат. В банке проверят платежеспособность и выдадут кредит. Первые 8 лет ежемесячный платеж составит 88 тысяч тенге. Затем снизится вдвое. Первый транш по этой программе составил 400 миллионов тенге. Между банком Отбасы и городской администрацией подписан договор. Прием документов начнем примерно с 5 января по 19. Сейчас в Талдыкургане в очереди на жилье стоят 1300 выпускников детских домов. Теперь у них появилась альтернатива решения жилищного вопроса – льготное кредитование. Воспользоваться им смогут те, кто наберет больше всего баллов. На их число будет влиять количество лет в браке, наличие детей, место и стаж работы, прописка и профессия. Мадина Исюмбаева, Самал Кабышева, Информбюро, Талдыкурган.